Привет, просветители! За последний месяц во многих российских школах прошли занятия, посвященные ЛНР и ДНР, военным действиям в Украине, и вот дошла очередь до санкций. Санкционочка подъехала. На прошлой неделе многие СМИ говорили, что подобные уроки запланированы. Я решил пойти немного дальше и прочитал все те методические рекомендации, которые поступили в школу. Благо, некоторые педагоги были рады показать эти материалы. И изучил видео, предполагающиеся к просмотру на уроке. И теперь готов поделиться этим добром с вами. Что же услышат на подобных занятиях российские школьники? Но перед тем, как мы перейдем к самому уроку, хочется настроить вас на правильный лад. Да, дешевые манипуляции подъехали. Очень важно понимать. И, увы, некоторые зрители Соловьева как раз-таки это не особо понимают. Часть детей уже слышала или вот-вот услышит прекрасный рассказ об импортозамещении, силе экономики и великих перспективах в подобных кабинетах. Это потрясающая фотография класса из Самарской школы, часть новой рубрики в моем телеграме. Фоточка, а на ней красоточка. Если у вас крепкая психика, подписывайтесь на мою телегу. Вам понравится. Там много подобной красоты. Ничего необычного, просто герб, флаг, портрет президента на стене вот с такими обоями. В. Величие. И воображение само рисует рядом учителя, который вдохновенно рассказывает о том, как у нас машиностроительные заводы заработают. Теперь-то мы сможем показать свою силу. Понятно, что стены с плесенью именно отсутствие санкций подарило школьникам. Сейчас все будет по-другому. Хотя теперь действительно все будет по-другому. Для всех нас, но не для этой школы. Не знаю почему, но сомневаюсь, что адекватный старшеклассник в этом кабинете поверит словам учителя. Жертвы пропаганды, не иначе. Вспомните лето 2014 года. Доллар тогда стоил 35 рублей. Хорошие были времена, правда? А уже осенью он стоил 75 рублей. И существенно с того времени не опускался. Многие сейчас ищут способ зарабатывать в долларах. Но не нужно жить за границей, чтобы получать зарплату в валюте. Живя в России, можно изучить инструменты зерокодинга и начать работать на международных биржах прямо из дома. А если вы эмигрировали, стабильная зарплата в валюте позволит вам чувствовать себя уверенно на новом месте. Зерокодинг – новый тренд в IT. По данным международного аналитического агентства Gartner, половина всех IT-решений до 2025 года будет реализована с помощью зерокодинга. Специалисты самостоятельно создают сайты, веб и мобильные приложения, над которыми раньше трудилась целая команда разработчиков с большим бюджетом. Подход не требует знаний в области программирования и подойдет тем, кто ищет подработку или хочет сменить работу. Начинающие могут рассчитывать на зарплату от 30 долларов в час. Не обязательно хорошо знать английский, можно использовать онлайн-переводчики и успешно выполнять проекты среднего размера. Университет зерокодинга проводит бесплатный вебинар для всех, кто хочет выйти на зарубежный рынок IT. Эксперты поделятся личным опытом и расскажут об основах профессии, необходимых инструментах и основных ошибках фрилансеров, которые решили работать с иностранными заказчиками в условиях санкций. На вебинаре расскажут, как работать с фриланс-биржами в текущей ситуации, как принимать деньги от иностранных заказчиков и как оплачивать иностранные сервисы из России. Регистрируйтесь на бесплатный вебинар и осваивайте перспективную и прибыльную профессию. Если вы можете написать комментарий к этому видео, вы сможете изучить зерокодинг и зарабатывать до 5000 долларов в месяц на фрилансе. Ссылка в описании. Помните, Мединский предложил Россию перед уроками воспевать? Ну, как в Америке. Тут очень важно, чтобы исполнение гимна или клятва флага не выпали на урок физкультуры. А то в некоторых наших спортзалах это будет немного странно выглядеть. Но опять же, исключительно на мой взгляд. А мой мозг уже давно промыт Западом. Это стоит учитывать. Еще немного фотографий из моего телеграма. Слабонервным и особо ярым патриотом смотреть не рекомендуется. Нет, это не заброшка. И не кадры из Чернобыля. Хотя хотелось бы. Это спортивный зал одной из школ Междуреченска. Внимание! В стране, в которой проходят уроки «Как мы хорошо проживем без западного мира» и «Санкции – это новые возможности», дети занимаются спортом, хотя не уверен, что это правильная фраза. В ней, по-моему, только слово «дети» можно оставить. В подобных условиях, опять же, слово «условия». И вот стоишь ты, распеваешь флаг, прославляешь гимн для самых острых. Это была игра слов. И АСМР. А тебе вредный непатриотичный потолок прям на голову падает. И вот сейчас, серьезно, я бы хотел, чтобы это была всего лишь шутка. Как выглядел спортзал, мы уже знаем. А вот что с ним произошло в прошлом году. В апреле. Представляете, если здание выглядит как заброшка,
оно порой и функционирует так же. Ну, разваливается. Да, я понимаю, что этого никто не ожидал. Но чертовы законы физики. Школа находилась в аварийном состоянии. Капитальный ремонт должны были сделать еще в 19-м году, но перенесли на неопределенный срок. И я могу это понять, есть гораздо более важные статьи бюджета. Просто телевизор посмотрите, сразу же поймете, куда все деньги уходят. Да и что может произойти? Потолок на голову обвалится? Подождите. В начале года спортзал признали аварийно опасным. Но спустя всего пару месяцев опять запустили детей. Да пусть побегают. Дети и родители жаловались. Ответ: все под контролем. Естественно, далеко не все школы России находятся в подобном состоянии. Есть еще вот такие университеты. Отдельное спасибо подписчикам моего телеграм-канала, которые присылают все это. Но надо понимать, что часть россиян после классного, во всех смыслах, часа о санкциях, пойдет прыгать и скакать в подобные спортзалы. Держите это в голове. И на потолок периодически посматривайте. С чего же начнем анализ методических материалов? Ну, пожалуй, с презентации. Хотя я и без нее могу сказать твердо и четко, только вперед. Да, и дядя майор, не надо приходить ко мне домой, я просто озвучиваю то, что наши политики говорят. И я очень серьезен. Как отметил президент Российской Федерации, на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление, включающее широкий набор экономических санкций. Какими ресурсами и возможностями обладает наша страна для преодоления последствий этого давления? Премьер-министр нашей страны Мишустин назвал в качестве важнейших направлений антисанкционной политики защиту внутреннего рынка и поддержание занятости трудоспособного населения. Почему, на ваш взгляд, именно эти направления являются приоритетными? Потому что внешнего рынка практически больше нет. Простите, Китай, Индия, Сирия, КНДР, Эритрея. Но опять же, это лучше к нашим политикам. Самый интересный слайд. 90-е и 2000-е годы. Преобладание импортной продукции над отечественным производством. Активная реклама иностранных товаров. Установка «импортные товары самые модные, престижные, качественные». Окей, а последние годы третий пункт перестал работать? А во что у нас политическая элита одевается? А себяшечки в лифте? На какие телефоны наши политики делают? Хотя это другое. Ну а если серьезно? Самый модный, престижный, качественный телефон. iPhone, какой-нибудь Xiaomi, Huawei, не знаю, Google Pixel. Где здесь российский вариант? Хочу купить хороший компьютер для работы и видеомонтажа. iMac? Окей, понты. Но кто на серьезных щах будет собирать российский компьютер? Какие у нас популярные отечественные видеокарты? Я серьезно. Ладно, телевизоры. Чтоб картинка прям завораживала. Помните, как в презентации? Модные, престижные, качественные. Вот у меня LG OLED. Назовите российские аналоги по качеству. Окей, есть западный YouTube. А у нас что? Рутуб? Вы попробуйте туда видео загрузить. Хотя, да, сейчас это очень стильно, модно, молодежно. И поймите, я сейчас это говорю не для того, чтобы... Ха-ха, все российская ерунда. Нет, просто данный пункт таблицы неправильный. И сейчас огромное количество иностранных элитных товаров превосходит по качеству российские аналоги. В разы. Вы эту презентацию выкатываете перед старшеклассниками, которые точно знают, какие компьютеры сейчас в топе, какой телефон самый навороченный. А ты о какой приставке мечтаешь? PlayStation 5 или Xbox Series X? О самой модной, престижной и качественной российской. Что? Кто? Где? Ну и богатые родители этих учеников, наверное, целыми днями мечтают о Ладе Калине. Эх, могу позволить себе Мерседес, но он же не модный, не престижный и не качественный. Это из какого мира? Окей, что же у нас сейчас? Дальше у нас слайд по импортозамещению. Сравнивается 14 и 20 год. И цифры действительно должны порадовать школьников. Только надо понимать, что в нынешних условиях, там где доля российских товаров 37%, надо бы уже к сотне приближаться. Хотя у нас же есть Китай, КНДР. Ну и оптимизму обучающихся должны вызвать оборудование для зеленой энергетики, фармацевтическая и медицинская промышленность, ветроэнергетические установки и машиностроение. Ну и заканчивается презентация российским флагом. Ура! В той же папочке с презентацией были еще и видеоматериалы, которые по факту повторяют все те же самые пункты. В 90-е и 2000-е годы на отечественном рынке преобладала зарубежная продукция. Велась активная рекламная кампания импортных товаров. Внедрялась идея превосходства любой импортной продукции и неспособности российских производителей создавать свои аналоги. Окей, а в 2000-х годах, когда все так было плохо, и мы восхищались всем иностранным, у
У нас какие-то другие люди страну возглавляли? В России стали создаваться мировые бренды. Например, линейки зубных паст, средств по уходу за кожей, продуктов питания. Зубная паста мирового уровня – это хорошо. Не сарказм. А что по поводу компьютеров, телевизоров, лечебных кормов для животных? Если у вас нету питомца со специфическими заболеваниями, вы даже не можете представить, что сейчас испытывают их хозяева. Приходишь в ветаптеку, а там только руками разводят. У нас такого нет. И, скорее всего, уже не будет. У руководителей предприятий есть четкие планы по импортозамещению. А пока эти планы в реальность воплотятся. В чем лично я даже не сомневаюсь. Делать-то что? Напомню, спортивный зал тоже планировали отремонтировать. Но и сама идея, что в ситуации, когда продавать можно было где и что угодно, покупать также, были проблемы. А сейчас огромная часть рынка отвалилась, но мы рванем. А что раньше-то мешало? Окей. Возможно, именно так экономика и работает. В завершении урока учащимся предлагается посмотреть ролик с обращением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Я думаю, эту часть мы с вами пропустим. Вы всегда сами сможете на Рутубе ознакомиться. Самый важный момент во всех этих презентациях, видосиках и уроках – у школьников буквально через несколько месяцев появится возможность своими глазами увидеть мир импортозамещения и санкций. А вот каким будет этот прекрасный, дивный новый мир, вы, я думаю, мне напишите в комментариях. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте подписываться на мой телеграм, это позволит нам не потеряться. Ну а я встречусь с вами на следующей неделе, в понедельник, в 17:00 по Москве. Я очень надеюсь все еще на этом канале на YouTube.